7 апреля в Нарве в Эстонии в доме Ингри был представлен Екатериной Кузнецовой новый продукт фастфуда Ингерманландии – Ингербургер. Рецепт его очень прост. Это дрожжевая булочка, зеленая капуста, маринованный лук, маринованная минога обжаренная и горчица. Я в домашних условиях решил изготовить то же самое себе, нечто подобное, ну, с небольшими новациями. Я нашел булочку чиабатту, чем-то похожую на дрожжевую булочку Екатерины. Также зеленую капусту, замариновал лук, купил миногу. Но добавил я сюда еще, помимо всего того, что нужно в оригинальной рецептуре, свежую черемшу. И немножечко добавил перца халапеньо для пикантности. Получилось очень вкусно. Чума – это просто бомба. Ингербургер forever. Всем рекомендую. Большое спасибо дому Ингри.